уважаемые любители хоккея. Сегодня в матче по имени ВПФ «Желтый» встречаются команды «Гора Воронеж» и «Динамо Санкт-Петербург». Прослушайте составы играющей команды. Команда «Динамо» – город Санкт-Петербург. Вратарь Никита Базанов, номер 33. Денис Костин, номер 72. Полевые игроки. Василий Мачурин, номер 3. Максим Гарашвили, номер 7. Антон Назаревич, номер 10. Ахмед Гибаров, номер 13. Александр Кучеренко, номер 15. Артем Нечаев, номер 17. Кирилл Крендер, номер 18. Илья Назаревич, номер 21. Иван Петраков, номер 22. Дмитрий Сидоров, номер 23. Павел Розенберг, номер 24. Андрей Рычагов, номер 28. Василий Васик, номер 52. Александр Камаристый, номер 78. Вениамин Баранов, номер 79. Александр Кулакин, номер 82. Марк Ильев Малышев, номер 89. Никита Пушкин, номер 91. Дмитрий Владеев, номер 93. Никита Пухов, номер 94. Главный тренер Сергей Пушков. Тренеры команды Олег Малашкевич, Алексей Кузнецов. Капитан команды Кирилл Крендер, номер 18. Состав команды Буран Воронеж. Вратарь. Чё ты? Ты где? Два, я готов. Один, два, три, четыре, пять. А чё он там? Не ловит ничего? Раз, 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 раз. Так, ну что, друзья,
Набираемся терпения, остается считанные минуты до матча. И давайте, наверное, по традиции. Давайте, раз, два. Еще раз. Раз, два. Thank you.
Алексей Капустин, номер 91. На лёд приглашается команда «Глаз Балашов». Продолжение. Матч между командами «Глаз Балашов» и «Динамо Санкт-Петербург» объявляется открытием. Звучит государственный гимн Российской Федерации. Добрый вечер, уважаемые поклонники хоккея, и добро пожаловать в Воронеж. Ледовый дворец спорта «Юбилейный» сегодня принимает очередной матч, пари-матч высшей хоккейной лиги Кубок Шелкового пути сезона 21-22 года. Еще вчера воронежское небо затянуло свинцовыми тучами, сегодня температура упала ниже 10 градусов Цельсия, пошел такой моросящий дождь, задул ветер, и кто знает, возможно, это связано с тем, что в столицу Черноземья приехала «Динамо» из Санкт-Петербурга и привезла с собой такую по-настоящему питерскую погоду. Но это такое лирическое отступление, а по факту нас сегодня ждет интереснейший матч. Мы надеемся, воронежский «Буран» против «Динамо» Санкт-Петербург. Команды сейчас в разных частях турнирной таблицы располагаются, хотя понятное дело, что у нас только старт чемпионата, и здесь говорить о какой-то сформировавшейся турнирной таблице еще не приходится. Но, тем не менее, питерские «Динамовцы» сейчас на очень хорошем ходу. Очень здорово они начали этот чемпионат. 4 матча, 4 победы, 8 набранных очков. Третье место в таблице регулярного сезона. Воронежцы провели уже 5 встреч и идут по графику 1 очко за игру. 5 очков за 5 матчей. И это 15 место в таблице. У и той, и другой команды такой своеобразная победная серия, но вот если у «Динамовцев», как я уже сказал, она составляет 4 встречи, то у «Воронежцев» 2 игры подряд в активе, да, в которых они набирали по 2 очка. Правда, было это все в дополнительное время. В основное время пока что «Воронежцы» еще не побеждали вообще в этом сезоне. Но, тем не менее, все мы знаем, что победа есть победа. И не так давно, но все-таки мы уже к этому привыкли, за любую победу дают 2 очка. Будь то это победа в основное время, овертайм или побулин. Стартовала у нас эта встреча. Первый бросок по воротам «Динамо» «Воронежцы» нанесли. Никита Богданов сегодня занимает место в воротах «Динамо» из Санкт-Петербурга. Ну и вот пришлось ему уже вступить в игру. И еще один бросок, довольно опасный, после выигранного вбрасывания. Один из героев предыдущей встречи воронежского коллектива, Данил Макаров, наносил бросок, но в створ не попал. На воротах у воронежского коллектива сегодня Захар Виноградов, как и в предыдущей встрече. Все-таки тренерский штаб в его пользу делает выбор, в пользу молодого 18-летнего вратаря. Ну, игра у нас начинается с таких обоюдоострых атак. Сейчас «Динамовцы» 2 в 1 убегают в этот выпад. Бросок, где шайба? Все-таки смог спасти свою команду Виноградов. И атаковал там Никита Пухов в этой ситуации. И после этого небольшая стычка у нас там произошла. Ну, команды заряжены, команды настроены. Сегодня второй матч для воронежцев в родных стенах. И второй же после вот огромного 555
двухдневного перерыва между матчами с болельщиками в Ледовом дворце спорта «Юбилейный». И даже несмотря на то, что лишь 50% билетов пока что разрешено реализовывать клубу на свои матчи в связи с коронавирусными ограничениями, тем не менее, поддержка ощущается очень серьезная, и болельщиков на трибунах собирается довольно много, но вот в тех пределах, которые разрешены этими самыми ограничениями. Вбрасывание у нас сейчас в средней зоне произойдет. Чуть больше минуты команды сыграли. Пока что, ну, пожалуй, самый опасный момент вот мы видели в предыдущей атаке «Динамо», когда Куков пытался переиграть Захара Виноградова, но не получилось у него это сделать. Сейчас «Динамовцы» с шайбой за собственными воротами оттуда начинают свою очередную атаку. Здесь не совсем точная передача, но, похоже, проброса не будет. Да, так оно и есть, так как первым Александр Кулагин на шайбе оказывается. Продолжает шайбу удерживать Кулагин, отдает на свободный лед, там борьба. Ну и здесь уже воронежцы шайбу забирают под собственный контроль. Хороший прессинг в исполнении «Динамовцев», но удается сейчас воронежскому коллективу выйти из собственной зоны. Привозит шайбу в чужую зону Нил Мельников, но сам уже должен был меняться 87-й номер воронежцев, поэтому шайбу туда бросил, сам поехал, собственно, на смену. Ответ в исполнении «Динамовцев» не слишком получается. Шла передача на Александра Кучерявенко, но в итоге 15-й номер «Динамовцев» не смог эту передачу принять. Если говорить о том, как «Динамовцы» начали этот чемпионат, собственно, я уже сказал, что 4 победы они одержали подряд. Начинали они этот чемпионат домашней серии. Сначала обыграли «Барс» со счетом 3-2. Затем также со счетом 3-2 был повержен «Дизель». Разгромлен ЦСКА ВВС, затем со счетом 7-1. Ну и в последнем матче этой серии «Динамовцы» обыграли очень сильного соперника, «Ладу» из Тольятти, со счетом 2-1. Ну и в итоге с разницей шайб 15-6 в пользу самих себя. «Динамовцы» эту серию закончили. 100% набранных очков и хорошее настроение перед первым выездом. Первая выездная игра для «Динамовцев» вот прямо сейчас и проходит. Проброс сейчас судьи фиксируют, и еще одно вбрасывание мы с вами увидим и будем потихонечку переходить уже к составу играющих сегодня команд. Выиграли вбрасывание воронежцы, но шайба здесь покидает пределы площадки, и еще одно вбрасывание будет снова в зоне воронежского коллектива, насколько я понимаю. Да, так оно и есть. Но давайте уже к составам, собственно, переходить. На воротах у питерского «Динамо», как я уже сказал, Никита Богданов, 33-й номер, в запасе Денис Костин, номер 72-й, остался. Первая пятерка, номер 7-й Максим Джиашвили, номер 78-й Александр Комаристый и номер 10-й Антон Назаревич. Защитники, номер 18-й Кирилл Кремзер и номер 52-й Иван Квасин. Вторая пятерка, номер 24-й Павел Ротенберг, номер 28-й Андрей Рычагов, номер 94-й Никита Пухов. В защите номер 21-й Илья Назаревич и номер 79-й Вениамин Баран. Воронежцы снова с шайбой за собственными воротами. Начиналась игра довольно равно, но вот сейчас все-таки небольшое территориальное преимущество видим в исполнении «Динамовцев». Естественно, они, безусловно, фавориты сегодняшнего матча, но прекрасно мы понимаем, что воронежцы с этим не желают соглашаться и будут стараться максимальный результат показать в этой встрече. Третья пятерка «Динамовского» коллектива. Номер 13-й Ахмед Гимбатов, номер 15-й Александр Кучерявенко, номер 82-й Александр Кулагин. Это тройка нападения. И в защите номер 3-й Василий Мачулин и номер 93-й Дмитрий Злодеев. Снова в атаке «Динамовцы» сейчас. Продолжают шайбу контролировать. Пришла передача на синюю линию и неплохой перевод вдоль этой самой синей линии. Между собой неплохо защитники здесь обыгрываются. Перевод в центр, но и шайба покидает пределы зоны. Поэтому ознакомимся с четвертой пятеркой «Динамовцев». Номер 17-й Артем Нечаев, номер 22-й Иван Петраков, номер 23-й Дмитрий Седлеров. Это четвертая тройка нападения. И в защите номер 89-й Марк-Эмиль Малышев и номер 91-й Никита Ушнев.
Главный тренер команды Сергей Михайлович Пушков, его помощники Олег Малашкевич и Алексей Кузнецов, тренер вратарей Павел Черкас, врач команды Сергей Александрович Вакульчик. К составу воронежцев чуть позже перейдем. Посмотрим пока что за их атакой. Вбрасывают они шайбу в зону, но зацепиться здесь и расставиться в этой самой зоне, провести какую-то позиционную атаку, совершенно не получается. Варанов вбрасывает шайбу уже в зону воронежского коллектива. Но там также, не сказать, чтобы что-то удалось сделать в атаке. В средней зоне шайба находится. Ну, сложно сказать, да, вот за кем первая пятиминутка этой встречи остается. Да, один, наверное, опасный момент припомним мы у ворот Виноградова. У ворот Богданова таких моментов не было, но не более того. Пока что такой довольно равный хоккей мы с вами видим, с небольшим территориальным перевесом команды из Санкт-Петербурга. Сейчас воронежцы шайбы завладели. Лукин передачу делал на чужую синюю линию. Не прошла она. И вот здесь может неплохая атака уже у динамовцев получиться. Бросок справляется Виноградов. Это Артем Нечаев сейчас на острие атаки оказался. И вот воронежцы уже переходят в контратаку. Тимченко. Хороший перевод. Бросок. И вот уже по-настоящему приходится вступить в игру здесь Богданову. Это так... Таким могучим щелчком Эдуард Насыбулин атаковал от синей линии. Ну и все это приводит нас к первой коммерческой паузе в первом же периоде этого матча. Возобновляется игра вбрасыванием в зоне гостей сегодняшнего матча. Воронежцы это вбрасывание выигрывают. Они в предыдущем матче против Рязани, выигранном буквально позавчера, в овертайме воронежцами, очень здорово действовали на точке вбрасывания. И в этом компоненте довольно серьезно переиграли оппонента. Но вот это выигранное вбрасывание сейчас ничем не закончилось. И здесь уже Максим Джиашвили в атаку убегает. Но из этой атаки ничего черпнуть не удалось. В итоге смены у одних и у других прямо по ходу встречи. Ну и давайте тогда к составу воронежцев потихоньку переходить. Захар Виноградов на воротах номер 20. Андрей Литвинов номер 30 остался сегодня в запасе. Первая пятерка номер 22. Александр Шипилов номер 91. Алексей Капустин номер 76. Максим Казаков. И в защите номер 7. Павел Лукин и номер 57 Марк Павликов. А здесь воронежская атака может быть довольно перспективной. Но нет, ошибка. И едва-едва не убегает здесь в ответную атаку Андрей Рычагов. Но там сложно ему было. Совершенно один был в этой атаке. Некому ему было поддержать. Свисток у нас очередной. И очередное вбрасывание сейчас состоится в центральном круге. Ну а мы переходим ко второй пятерке воронежцев. Номер 17 Андрей Демидов, капитан команды. Номер 55 Антон Вилков. И номер 23 Данил Макаров. В защите номер 81 Эдуард Насыбулин. Номер 4 Никита Жлоба. Третья пятерка. Номер 87 Данил Мельников. Номер 29 Руслан Абросимов. И номер 77 Артем Подшиндялов. В защите номер 94 Дмитрий Кузнецов и номер 8 Олег Мисюль. Четвертое сочетание номер 25 Матвей Тимченко, номер 19 Артем Марков и номер 37 Иван Лисин. В защите номер 49 Егор Баланов и номер 11 Данил Лобанов.
Главный тренер команды Михаил Олегович Бирюков, его помощники Алексей Пепеляев, Андрей Агапов, Александр Буйницкий и врач команды Иван Викторович Гончаров. Судьями также давайте познакомимся. Сегодня матч обслуживает бригада арбитров в составе главные судьи Антон Димура и Владислав Барулин. И их помощники, лайнсманы Валерий Куракин, Егор Седов. У микрофона ваш комментатор Станислав Морозов. Заканчиваем с официальной частью. Полностью концентрируемся на хоккее, которого еще 12 минут в первом периоде нам наблюдать. И воронежцы сейчас в очередной атаке. И свисток раздается. Что здесь? Удаление, похоже, да? Или что? Положение вне игры здесь в итоге зафиксировал лайнсман. Ну, в любом случае игра остановлена. Нет, удаления никаких не будет. Просто вбрасывание вынесено в среднюю зону. Возможно, пас рукой. Там один из арбитров, один из лайнсманов разглядел. Завязалась борьба в центре площадки. Воронежцы забрали шайбу под свой контроль. Ну, такая пока вязкая, тягучая игра. Не сказать, чтобы у кого-то были действительно какие-то реальные шансы и реальные возможности. И здесь проброс. Очередное еще одно вбрасывание мы с вами сейчас увидим в зоне Захара Виноградова. Как я уже сказал, молодой 18-летний голкипер защищает ворота воронежского коллектива. Это его четвертый матч в этом сезоне. Пока что не самая выдающаяся статистика на его счету, хотя есть одна победа. Коэффициент надежности 2.82 до этого матча был. И 89,1% это процент отраженных бросков. Ну, естественно, старается Захар эту статистику улучшить. Хотя в этом матче будет сделать это не очень просто. Все-таки играют сегодня воронежцы против одного из лидеров и одного из претендентов на самые высокие места в этом сезоне, против питерского «Динамо». В предыдущем сезоне, напомню, питерцы до полуфинала дошли и там уступили будущему чемпиону «Югре», причем уступили в 7 матчах. Там очень драматичная была серия. Последний матч, который закончился со счетом 1-0 в пользу «Югры». Ну, «Югра» затем уже обыграла «Металлург» и стала чемпионом, помню, не все. Завершающий этап предыдущего розыгрыша высшей хоккейной лиги. Снова борьба в центре. В центре площадки, конечно же. Удается привести шайбу в чужую зону хоккеистам «Динамо». Здесь там пытался Павел Ротенберг на дриблинге обыграть воронежского защитника. Не получилось этого сделать. И очередная смена прямо по ходу встречи у нас с вами происходит. Практически уже половина периода команды сыграли. Ну, можно тут, наверное, говорить о том, что команды все еще друг к другу присматриваются. Все еще ищут подходы к чужим воротам, но по факту действительно не так много опасных моментов мы с вами видим и довольно много остановок. При этом вот сейчас очередная и очередное вбрасывание нас ждет снова в зоне Виноградова, снова воронежцы пробросили. Сейчас и снова вбрасывание состоялось. Воронежцы его выиграли. Но вывести шайбу из собственной зоны не так и просто, потому что очень хороший прессинг здесь демонстрируют хоккеисты «Динамо». Попадает под силовой прием здесь Александр Кулагин. Воронежцы шайбу отвоевали, просто выбросили ее из собственной зоны. Там частично сменились, насколько я понимаю, защитники сейчас у воронежского коллектива. И вот очень неплохая атака у «Динамовцев». И очень здорово сейчас играет Эдуард Насыпулин, останавливая эту передачу. Но свисток все-таки звучит. И поедет сейчас отдыхать Никита Жлоба на 2 минуты за задержку соперника клюшкой. Да, действительно, там очевидным было это нарушение. И первое большинство в сегодняшнем матче будет оно у гостей, у «Динамовцев». У них очень неплохой процент реализации к этому матчу. 5 из 20, то есть 25%. 9-й показатель в лиге. Также одну шайбу «Динамовцы» в большинстве пропустили уже
в этом регулярном чемпионате. Ну, а если говорить о меньшинстве Бурана, то это 22-й показатель в лиге. 6 пропущенных шайб на 25 попыток и 76% нейтрализации большинства соперников. Вбрасывание здесь нужно будет повторить. Удалось выиграть это важное вбрасывание динамовцам. Сразу забрали они шайбу под свой контроль. Сразу расставились в зоне. Ну и будем смотреть за их большинством сейчас. Передача не проходит, но шайба остается в зоне воронежцев. Никто пока что не решается на бросок. Вот он следует с ближнего к нам фланга. Александр Кучерявенко атаковал. Успел переместиться Виноградов. Шайбу эту остановил. Но по-прежнему хоккейный диск находится в чужой зоне. Только сейчас от воронежцы выбрасывают его туда, во владение Никиты Богданова. И меняются всей четверкой. Также меняется и пятерка большинства динамовцев. И тем временем уже подходит к концу первой минуты этого самого большинства. Разгоняет очередную атаку Никита Пухов. Приводит шайбу в зону. Там против него Павел Лукин. Павел Лукин, конечно же, известен всем динамовским болельщикам. В свое время в сезоне 17-18 года, когда «Динамо» стало чемпионом высшей хоккейной лиги, как раз-таки Лукин был в составе этой команды. Хорошее движение шайбы снова у «Динамовцев» было. Выводили они шайбу там на пятак, но не слишком точной получилась передача. И в итоге в ответной атаке, даже убежав там в одного, Иван Лисин бросил поворотом, даже попал в створ. 20 секунд остается у динамовцев на реализацию лишнего, но ошибка снова, и снова придется за шайбой возвращаться в собственную зону. Ну и похоже, что это большинство у динамовцев реализовать не получится. По большому счету, помним мы один бросок в исполнении Александра Кучерявенко, ну и вот тот вывод шайбы на пятак. Больше, собственно, вспомнить здесь нечего. Все, в полном составе воронежский коллектив. Констатируем мы, что не получилось у динамовцев большинство реализовать, но на фоне этого большинства сейчас попробуют они уже в равных составах в чужой зоне здесь что-то придумать, но не смог оставить шайбу за пределами синей линии Василий Мачулин. Взмывает она над площадкой, ну и положение вне игры, да, насколько я понимаю, да, так оно и есть, и после второй коммерческой паузы в этом периоде продолжим. Игра 6 минут и 56 секунд остается играть еще в первом периоде этого матча. Нули по-прежнему на табло. И вот сейчас неплохая атака может у воронежцев получиться, но разворачивался здесь Шипилов, сходит шайба у него с крюка. Правда, борьба в чужой зоне продолжается. Это здорово там включился сразу Максим Казаков. Оказался на льду, так посмотрел на судью, но арбитр не углядел там нарушение правил. Кузнецов продолжает на Казакова. Пошла передача за ворота. Пытается Шипилов здесь обыграть Никиту Ушнева. Сделать это не так и просто. Хорошая смена у воронежцев. Вот номинально первое звено сейчас на площадке у
воронежского коллектива. И неплохо они действуют в чужой зоне. Бросок с острейшего угла вступает в игру Никита Богданов. Все это было довольно опасно. Ну и там и те, и другие затратили довольно много сил на эту смену. И меняются по ходу встречи все 10 полевых игроков в той и другой команде. Воронежцев теперь с шайбой в собственной зоне. Мисюль. Макарова. Макаров входит в зону. Здорово развернулся. Подключает защитника. Бросок в дальний угол от Егора Баланова. Справляется с ним Никита Богданов. Ну вот, первую часть первого периода совершенно практически не было работы у Богданова. А вот сейчас пришлось ему пару раз вступить в игру. Причем один из бросков был, пусть и с очень острого угла, но при этом очень опасным. Вот здесь ошибка у собственных ворот в исполнении динамовцев. И 2-2 там не получается у Руслана Абросимова по-настоящему опасный момент организовать. В любом случае, Богданову в игру вступить пришлось. Остановил он эту встречу, накрыв шайбу ловушкой. И за 5-13 до окончания первого будет у нас очередное вбрасывание в зоне динамовцев. Такое ощущение, что вот эта вот небольшая коммерческая пауза пошла на пользу воронежцам. После нее пару очень неплохих смен они провели. Посмотрим сейчас в атаке за динамовцами. Назаревич. Бросок состоялся. Виноградов выручил сейчас свой коллектив. Снова Назаревич. Еще раз, похоже, будет бросать. Да, так оно и есть. И снова Виноградов с этим броском справляется. Но на этот раз уже намертво шайбу забирает. Илья Назаревич. Это, конечно же, Антон Назаревич сейчас атаковал. У Антона Назаревича два матча в этом сезоне. Вот третью игру он проводит за «Динамо». 3 очка. Набраны все 3 это результативные передачи. Еще один бросок. 2 броска в одной атаке здесь произошло. Но второй оказался заблокирован. До Виноградова уже не дошел. Но вот 2 неплохих атаки видели мы от воронежцев. И сразу же динамовцы своими очень хорошими выпадами отвечают. И Виноградов все время в тонусе. Все время ему приходится быть в игре. Еще один бросок. Снова Виноградову приходится в игру вступить. Это Илья как раз таки Назаревич уже атаковал. Илья Назаревич. Защитник, да? 21 номер. Вот у него 4 игры уже сыграны. Это 5-я и 1 очко набрано, 1 результативная передача и плюс 2 показатель полезности. У Ильи, Илья в свое время играл за «Буран». Известен он воронежским болельщикам. В сезоне 2012-2013 года это было. 47 матчей в регулярке, 9 в плей-офф. 7 очков тогда было на его счету. Ну и игрок с опытом выступления в континентальной хоккейной лиге. 40 матчей в КХЛ и еще 7 в плей-офф за «Салават», за хоккейный клуб «Сочи», за «Торпедо» Нижний Новгород. Ну и в прошлом сезоне выступал он за «СКА Неву». И чемпион ВХЛ в составе «Динамо». И в том же сезоне, когда «Динамо» стали чемпионами, признавался еще и лучшим защитником высшей хоккейной лиги. Бросок опасный, справляется сейчас Богданов. С неудобной руки Макаров атаковал. В предыдущем матче 2 шайбы на счету 23-го номера воронежцев. Одним из главных героев, как я уже говорил, той встречи он стал. Ну вот здесь ошибка, бросок. Антон Назаревич атаковал, и Виноградов снова на пути шайбы встает. Если говорить про Антона Назаревича, то стоит сказать, что 23-летний защитник практически всю свою карьеру выступает за питерское «Динамо». В предыдущем сезоне в 46 играх 28 очков набрал в регулярном чемпионате и в 20 играх плей-офф
еще 13 очков на свой счет записал. Причем 10 из них это заброшенные шайбы. Игрок очень высокого уровня, за которым нужен глаз да глаз. В очередной раз в этом периоде, вот уже несколько смен воронежцы практически полностью проводят время в собственной зоне. Если выбираются в зону чужую, то вот как-то с большой оглядкой на собственные ворота. Ну, понятное дело, что играть тут первым номером с динамовцами, это, наверное, смерти подобно. С другой стороны, пока что вот и на контратаках действия не слишком получаются у Урана. Другой вопрос, опять же, что плюс-минус получается сдерживать выпады динамовцев сейчас. Но вот очередной опасный бросок. Дмитрий Седляров атаковал. Также небезызвестный для воронежских болельщиков. Помним мы, что в рамках командировок из московского «Динамо», с которым у «Урана» пару лет было заключено соглашение о сотрудничестве, Седляров приезжал в Воронеж и очень здорово себя проявлял на воронежском льду. Еще одна атака опасная. Бросок снова. И снова Виноградов встает на пути шайбы. Снова Седляров атаковал. В момент броска провели на нем силовой прием, но устоял он на ногах и в этот момент все-таки смог бросить. Единственное, что, наверное, немножко сбило его с траектории, и бросок уже очень опасным не получился. Еще один бросок. Застревает шайба там среди своих и чужих. Мечется по дальнему пятаку. Все-таки уходит в угол площадки. К концу периода очень серьезно уже начинает территориальное преимущество проявляться у гостей. Что здесь? Поднята рука арбитра и будет удаление, похоже. За игру высоко поднятой клюшкой. За опасную, конечно же, игру высоко поднятой клюшкой. Никто иной, как Павел Лукин, вот, о котором я уже упоминал. Опытнейший защитник, чемпион высшей хоккейной лиги. Человек, у которого больше 150 матчей сыграно на уровне континентальной хоккейной лиги. Сейчас поедет отдыхать. Сначала не попал по шайбе. Ну и затем нарушил правила. Совершенно необязательной ситуации. И второе большинство для динамовцев сегодня. Первое не удалось им реализовать. Да и по большому счету там по-настоящему опасных моментов создать также не получилось. Ну, посмотрим, что получится сейчас. Пока что шайба покидает пределы площадки. Еще раз нужно будет вбрасывание совершить. Если не удастся реализовать это большинство динамовцам за 65 секунд, оставшиеся до окончания первого периода, то будет так вот разбито это большинство перерывом. Удается воронежцам выбросить шайбу из зоны. Но довольно быстро возвращают ее туда гости. Джашвили берет игру на себя, отдает на пятак. Там никто из динамовцев не смог настоящему бросить. Кремзер бросил шайбу. Виноградов. Удастся ли ему самому выбросить ее из зоны? Нет, не вышло. Но здесь помогли ему партнеры. И в итоге стараниями Данила Мельникова покинул шайбу пределы зоны. Буквально 10 секунд в этом периоде остается у динамовцев на реализацию лишнего. Ну, и при этом никуда они особо не спешат. Вот только сейчас разгоняет атаку Александр Кулагин. Но тут остается время на войти в зону бросить, по большому счету. Сделать это не получилось. И нулевая ничья у нас по итогам первых 20 минут игры. Напряженная встреча без особого количества опасных моментов. По-настоящему там 100%. Но будем надеяться, что дальше она раскрутится, и увидим мы много всего интересного. А пока что отдыхаем, перерыв.
Стартовал второй период между Воронежским «Бураном» и «Динамо» из города Санкт-Петербург. У нас нулевая ничья после первых 20 минут. И сейчас игра идет в формате 5-4. В большинстве «Динамовцы» по-прежнему на скамейке штрафников. Павел Лукин находится. Получил он в концовке первого периода 2 минуты за игру высоко поднятой клюшкой. За опасную игру высоко поднятой клюшкой, если быть абсолютно точным. И еще 20 секунд есть у «Динамовцев» на реализацию лишнего. Это второй раз, когда они играют в большинстве в этом матче. Но пока что реализовать свое большинство, как мы понимаем по счету, не получилось у них. Ну и сейчас время остается по большому счету на одну, при этом очень быструю атаку. Пока что не получается у «Динамовцев» даже в зону войти здесь. Бросили туда шайбу, и появляется на площадке удаленный Лукин. Отзащищались воронежцы в меньшинстве и в этой ситуации. Вот сейчас довольно неплохо в чужой зоне перехватили шайбу «Динамовцы». Назаревич. Илья Назаревич бросает и вступает в игру Захар Виноградов. Но атака «Динамовцев» продолжается. Снова расставились они в чужой зоне. Такое ощущение, что продолжают они сейчас играть в большинстве. Прижалась к своим воротам пятерка воронежцев. Не сумел там шайбу укротить Никита Пухов. И бросок следует в ближний угол. Довольно опасный. Это снова Илья Назаревич атаковал. Но вот сейчас наконец-то удалось воронежцам шайбу перехватить. Вывести ее из собственной зоны. И есть возможность смениться у гостей, у хозяев. И здесь проброс. Вот как раз таки у гостей смениться возможности не будет, так как игра поедет в зону Никиты Богданова. О статистике первого периода давайте скажем. 17-8 по броскам в пользу «Динамо». 10-7 по броскам в створ. То есть довольно серьезное преимущество по броскам вообще, а вот по броскам в створ всего лишь на 3 больше у гостей. На точке вбрасывания 11-10 также в пользу «Динамо». И 4 минуты штрафа в первом периоде схватили воронежцы. «Динамовцы» не удалялись еще в этой встрече. Выиграли вбрасывание сейчас хоккеисты «Бурана». И прям практически из круга вбрасывание атаковал Данил Макаров. Довольно опасно это было, но выше ворот шайба пролетела. Еще один проброс, но теперь уже в исполнении воронежцев. И увидим мы вбрасывание с противоположной стороны площадки за 17 минут и 47 секунд до окончания второго периода этой встречи. Часть матчей этого игрового дня высшей хоккейной лиги уже завершились. На домашней площадке «Металлург» Новокузнецкий уступил «Торосу» за счетом 2-3. Ростов дома обыграл «Рязань» 3-0. И «Сокол» дома выиграл у «Иштали» 3-1. Ну и «Омские крылья» разгромно уступили «Молоту» со счетом 0-6. Ну и также еще один матч также завершился. Это «Югра» дома крупно обыграла «Звезду» со счетом 6-1. Ну и вместе с нашим матчем параллельно еще один проходит. Там в Тамбове играют «Тамбов» и «Химик». И после первого периода «Химик» впереди со счетом 1-0. Ну, по развитию событий в этой встрече также буду стараться вас информировать. А пока что Подшиндялов шайбу подхватил в средней зоне. Бросил. И пришлось вступить в игру Никите Богданову. Забрал намертво эту шайбу. И еще одно вбрасывание сейчас состоится в его зоне. Ну вот на старте периода на фоне большинства «Динамовцы» здорово действовали в чужой зоне. Сейчас снова воронежцы смогли немножко инициативу перехватить. Пару опасных бросков по воротам Богданова нанесли они. И сейчас выигранное вбрасывание. Еще один бросок, но здесь совершенно он не получается у Павла Лукина. Должным образом не попадает он по шайбе. И на этом атака воронежцев заканчивается. Там постараются они, конечно, прессинговать в чужой зоне. Но ничего из этого не получается. Контратака «Динамовцев» по ближнему борту
заезжают они в чужую зону, но при этом тоже довольно быстро шайбу теряют. Вообще, вот такое развитие событий и в первом периоде довольно часто мы наблюдали. Довольно много брака. Особенно в собственных атаках у тех, у других. Может быть, сейчас что-то будет опасное. Действительно, очень опасный момент сейчас возникает. Где шайба? По-моему, ее потеряли из виду уже все, кто можно. И продолжается эта атака. И нет свистка. И вот только сейчас он раздается. Виноградов там обращается к одному из арбитров, что якобы, наверное, накрывал он эту шайбу. В любом случае, довольно опасно было сейчас у его ворот. Будем смотреть на повторе. Это уже завершающий момент этой атаки. Там, пожалуй, самым опасным был выстрел Артема Нечаева, когда он уже один практически перед воротами находился, но рядом с ближним углом шайба проскочила. По-настоящему опасный момент у ворот Захара Виноградова. Выигранное вбрасывание сейчас динамовцами в чужой зоне, но здесь нужно будет это вбрасывание повторить. Комаристы против Алексея Капустина сейчас на точке. Александр Комаристый тоже известен воротническим болельщикам. Уже довольно давно, в сезоне 13-14 года, провел он 24 игры за «Буран», из них 11 в плей-офф. Еще одна атака динамовцев, еще один опасный бросок. Максим Джиашвили был на острие атаки, но снова Виноградов справляется с атакой соперника. Но продолжая про Комаристова. В этих 20 играх, 24 играх 13 очков он набрал. Но в «Динамо» уже третий сезон проводит Александр Комаристый. Игрок с большим опытом выступления в КХЛ в том числе. Около 400 игр у него в континентальной хоккейной лиге за «Витязь», «Спартак», «Нефтехимик», «Металлург», «Новокузнецкий», «Югру». Ну и также является бронзовым призером молодежного чемпионата мира. Александр Комаристый. В этом сезоне уже 5 очков на его счету. В 4 матчах 2 шайбы и 3 результативные передачи. Мисюль первым на шайбе будет. Приехал на помощь ему там Насыбулин. И забрали шайбу воронежцы. Начинают атаку. Марков пытается один в один здесь обыграть соперника. Получается это сделать. Идет шайба на синюю. Наброс. И рядом со штангой шайба проскочила. Никто под этот наброс какие-то злобы не смог клюшку подставить из его партнеров. Злоба еще и в центральной зоне отработал. И поехал еще и в зону чужую там попрессинговать. Активная смена от защитника воронежского коллектива. Ну и в итоге все это вынуждает хоккеистов «Динамо» проброситься. А при этом довольно давно эта пятерка динамовцев находится на льду. Поэтому для воронежцев сейчас важно выиграть это вбрасывание. Сергей Михайлович Пушков на ваших экранах был главный тренер динамовского коллектива. Ну и действительно по-настоящему важное вбрасывание сейчас. Если удастся воронежцам его выиграть, то можно попробовать поработать в чужой зоне, воспользоваться усталостью звена, которая сейчас находится на площадке у динамовцев. Бросок следует, рядом со штангой шайба проскочила, и продолжают действительно воронежцы в зоне находиться. Не позволяют динамовцам шайбу выбросить. Но вот сейчас, наверное, все-таки удастся санкт-петербуржцев это сделать. А так оно и есть. Ну, здесь Назаревич просто так показал контрвыпад, поняв, что ему нужно меняться. А вот здесь опасно. Ротенберг в ближний угол пытался так обхитрить Виноградова. Долгое время показывал, что будет делать передачу. И затем кистевым броском пытался в ближнюю девятку шайбу отправить. Не получилось, но шайба покинула пределы площадки. И все это привело нас к первой коммерческой паузе.
возобновляется игра. Выиграли вбрасывание гости. Но снова нужно будет это вбрасывание повторить. Уже который раз вот лайнсман находит какие-то нарушения на точке. И просит повторить это вбрасывание. Завязалась борьба в правом круге. Выиграли его, ее воронежцы и пытаются атаку свою организовать. Но здесь вяжут их по рукам и ногам. Ответ динамовцев на скорости. Бросок. Снова Виноградов в игру вступает. Опасный бросок в исполнении Никиты Пухова. Перехват сейчас от воронежского коллектива. Но там совершенно один Артем Подшиндялов. Самому атаковать не получилось. Вот здесь опасно. Из-за ворот пытался что-то придумать Руслан Абросимов. Но прочитал это Никита Богданов. Весь низ перекрыл. Ну а там лакроссовский гол. Только единственное, что можно было в этой ситуации придумать. Но шайбу поднять не удалось у воронежского хоккеиста. Еще один опасный момент у ворот Виноградова. И снова Никита Пухов. Вот за одну смену дважды довольно опасно бросил 94-й номер динамовцев. Но пока что не получается у динамовцев пробить Виноградова. Но вот я думаю, что сейчас довольно серьезно поднимает он свои цифры по проценту отраженных бросков. Вопрос, что еще очень много времени у нас впереди. Сейчас снова Виноградов справляется с выстрелом от синей линии. Ответ воронежцев. Шипилов бросает, попадает в конек защитнику. Он пытается снова за шайбу зацепиться. Не вышло. Ответ динамовцев. Гимбатов. Заревич. И бросок. Но здесь рикошет. Шайба так парашютиком опускается за ворота воронежцев. Ну и продолжения у этой атаки не будет. Хотя вот здесь ошибка Егора Баланова, но сам же ее молодой защитник исправляет. Шипилов. На другой борт. Павликов шайбу останавливает, отдает назад. И бросок следует, но это так просто избавиться от шайбы скорее. Иван Лисин делал это для того, чтобы не обрезаться. Сейчас снова шайба к нему приходит. Лисин прорывается за ворота. Не дают ему этого сделать. Приехал на помощь партнер. Там Марков. Перевод на синюю. Павликов. Снова на Маркова. И вот здесь неплохая комбинация может получиться. Нужно что-то придумывать. Павликову. Демидов. Бросок. Точно в конек попадает Ахмету Гимбатову. Также небезызвестному для воронежских болельщиков хоккеисту. Но о нем чуть позже. Жлоба. За ворота. Хорошая смена сейчас у Бурана. Но вот здесь ошибка в приеме шайбы от Данила Макарова. И заканчивается на этом атака воронежцев. Другой вопрос, что и динамовцы здесь вряд ли свою атаку проведут, так как нужно просто меняться этому сочетанию. Очень долгое время они защищались в собственной зоне. Смогли смениться. И сейчас бросок. Опасное добивание также было. Это на пятаке Дмитрий Седляров там орудовал. Оставляет он шайбу Артему Нечаеву. Снова Седляров. Хорошая передача. Еще один бросок в ближний угол. Справляется Виноградов. И это уже Иван Петраков атаковал. Ответ воронежцев. Макаров будет брать здесь игру на себя. Пробросил шайбу за ворота. Но там никто из партнеров ему не помог. Просто потому, что менялись воронежские хоккеисты. Не было поддержки никакой у Макарова. Вот здесь красиво развернулся на выходе из-за собственных ворот Василий Мачулин. Может быть, немножко рискованно, но очень эффектно это все получилось. Шипилов по ближнему к нам борту пытался прорваться. Отгородил его от этой шайбы защитник. Вениамин Баранов был. И вот сейчас опасная атака в исполнении динамовцев. Здорово развернулся нападающий, бросил. И, по-моему, там в шлем шайба попадает Кузнецову. Но ничего серьезного не произошло, к счастью, для воронежского защитника.
Бросок из собственной зоны в исполнении Лукина. И не таким простым он получается для Никиты Богданова. Прямо перед ним шайба взмывает в воздух. И если бы кто-то из воронежцев там подоспел, то могло бы быть по-настоящему опасно. В итоге хороший отрезок от Бурана. Все больше и больше времени они проводят в чужой зоне. Почувствовали уверенность в собственных силах к середине этого матча. Ну а здесь, вот знаете, только почувствовали уверенность в собственных силах. И видим мы 6 человек на площадке у воронежцев. И этот хороший отрезок заканчивается нарушением численного состава. И большинством для динамовцев, уже третьим большинством в этом матче. Первые два не удалось реализовать, но если такому мастеровитому сопернику, как «Динамо», давать постоянно шансы поиграть в большинстве, то в конце концов они его, конечно же, реализуют. Данил Лобанов отправляется этот командный штраф отбывать у воронежцев, и 2 минуты большинства будем сейчас наблюдать у «Динамо». До этого матча 5 из 20 у них было, сейчас, соответственно, 5 из 22. Это я о реализации лишнего динамовцами. Ну и здесь воронежцы выиграли вбрасывание. И удается выбросить сразу шайбу из собственной зоны. Начало в меньшинстве у воронежцев получается неплохим. Кухов бросил шайбу в зону. Берг на другой борт переводит. Корчагов, Баранов, Батов. Снова Рычагов. Сейчас уже в должной мере расставились. Динамовцы, и бросок следует. Снова Виноградов вступает в игру. Не удается Баланову шайбу выбросить. Продолжается атака динамовцев. Рычагов включает защитника. Тот на Гимбатова. Снова Баранов. Снова Рычагов. Надо кому-то, наверное, уже решаться на бросок. И бросает Баранов. Шайба застревает там среди защищающихся игроков. И с лету ее сумел Антон Вилков все-таки выбросить из собственной зоны. 45 секунд остается у динамовцев на реализацию лишнего. И вот здесь атака сходу. Бросок, и снова Виноградов спасает свою команду. Комаристый хорошую передачу отдал на Антона Назаревича. Тот бросал. Но Виноградов свою команду выручил. Еще одно вбрасывание сейчас увидим мы в его зоне. Давайте еще раз смотреть. Ну, может быть, не слишком классно получился бросок у Антона Назаревича. Фактически в грудь бросил он перемещавшемуся Виноградову. 36 секунд. Еще есть на реализацию лишнего у динамовцев. Пару опасных моментов в этом большинстве у них удалось создать. И сейчас вбрасывание они выиграли. Пошел розыгрыш. Ну и здесь у воронежцев получилось неплохо защищаться. Снова отправляют они шайбу в зону Богданова. И ну тут нужно очень быстро что-то придумывать динамовцам. Хороший силовой прием против Максима Джашвили провели воронежцы. Завязалась борьба в углу площадки, и уже в полном составе воронежский коллектив. И третье большинство в этом матче у динамовцев реализовать не получилось. Илья Назаревич там один оказался практически в чужой зоне. Ну и шайбу сохранил и бросил. Попал в Кузнецова. Ну и здесь уже спокойно воронежцы шайбу выбрасывают из собственной зоны. Более того, поедет там Данил Лобанов побороться в углу площадки. Довольно серьезный численный перевес здесь создался у динамовцев. Но при этом Лобанов здорово отработал и привез шайбу туда на пятак Никиты Богданова. Богданову ничего не оставалось, как игру остановить. И после коммерческой паузы вбрасывание будет в зоне гостей.
Возобновляется игра. Динамовцы оставляют после вбрасывания шайбу за собой. Но атака здесь не получается у них. Шендялов в чужую зону. И предательски шайба попадает в закругление ворот. Едва-едва по-настоящему опасный момент не возникает у ворот Богданова. Но вот здесь уже в углу площадки довольно серьезное численное большинство у воронежцев непосредственно в этом единоборстве возникает. Отправляли в атаку одинокого Подшендялова, но там сложно ему было что-то сделать против сразу троих хоккеистов «Динамо». Бросок. Виноградов вступает в игру. Спокойно так щитком отводит шайбу в угол площадки. Ну и воронежцы здесь через вброс решают действовать. Ничему действительно опасному это не приводит. Чуть-чуть подуспокоил у нас игра. В предыдущем сезоне дважды команды встречались между собой. Стоит об этом тоже упомянуть. И в Воронеже тогда Буран свою первую победу над «Динамо» вообще в истории встреч этих команд в рамках высшей хоккейной лиги одержал. Тогда воронежцы оказались сильнее со счетом 1-0. Белеев тогда, выступавший за воронежский «Буран», единственную шайбу в первом же периоде забросил. И в итоге больше никто шайб не забил. И воронежцы выиграли. Ну а затем в Санкт-Петербурге уже взяли реванш. Динамовцы довольно уверенно обыграв «Буран» счетом 6-2. Вот сейчас атака может получиться опасная. Макаров продолжает шайбу у себя оставлять. Там и сдвигали его, и что только с ним не делали. Но в итоге он бросил. Правда, попал в защитника. Макаров, конечно, почувствовал уверенность в собственном броске. Две шайбы в предыдущем матче забросил. И сегодня также пару бросков в его исполнении мы видели. Другой вопрос, что не так часто они доходят до вратаря динамовцев. Здесь положение вне игры зафиксировано. Гимбатову можно было и не бросать. Нет, Гимбатов в сезоне 19-20 выступал за «Буран» вместе со своим братом Магометом. Они играли тогда в 34 матчах 11 очков. Ахмед набрал при показателе полезности минус 3. Второй его сезон в питерском «Динамо». В предыдущем 34 матчах регулярки 8 очков набрал. И в 15 матчах плей-офф еще 3 к ним добавил. Все 3 были голами. 27-летний нападающий, уроженец поселка Гоготль, что в Дагестане. Еще одна остановка. Еще одно вбрасывание нас ждет. За 4,5 минуты до окончания второго периода по-прежнему нулевая ничья у нас с вами. Вот вспомнили мы прошлый год, победу 1-0 воронежцами. Этот матч тоже получается как, ну, как если выражаться языком букмекеров, низовым. Хотя, опять же, перед этим матчем довольно серьезные преимущества букмекеры отдавали динамовцам. Но это вполне понятно. Динамовцы на ходу. Динамовцы одни из претендентов на самые высокие места в этом сезоне. Буран же уже давным-давно не был в плей-офф. Воронежские болельщики уже, наверное, забыли, что такое игры на вылет. Ну, каждый год надежда остается. Надежда вообще всегда умирает последней. Здесь опасно может быть. Нет, не удалось в итоге бросить Данилу Мельникову. Ну и защищались против него без нарушения правил. Ответ динамовцев. Наброс в ближний угол. Справляется Виноградов. И с этим броском также справляется воронежский голкипер. Здесь уже бросать неудобно. Еще один бросок. Снова Виноградов на чеку. Да, много бросков во втором периоде пришлось отразить Виноградову. Но продолжает он с ними справляться. Ответ воронежцев. Павликов. Нет, не стал бросать. Понимал он, что ехавший вместе с ним партнер поехал меняться. И там нет у него подкрепления. Ну, теперь поехал меняться и сам Павликов. Бросок из средней зоны в исполнении Мисюля. Кстати, в створ ворот шайба прилетает. Но не решил
точнее, решил не останавливать игру здесь. Богданов, еще один момент опаснейший. Артем Нечаев атаковал, но снова справился с этим броском Виноградов. И за 3.17 пробрасываются воронежцы. Еще одно вбрасывание мы с вами увидим. Давайте смотреть на повторе. Хорошую передачу отдал Седлеров. Ну и вот здесь уже практически 100% момент у Артема Нечаева. Но не смог переиграть он воронежского голкипера, который пока что одним из главных героев этого матча является, безусловно. Седлеров. Хороший перевод под бросок, возможно, и, ну, так и есть. Бросок был, но, я думаю, задумал его Никита Ушнев скорее как наброс для того, чтобы кто-то из партнеров смог подставить клюшку. Но в итоге шайба так и дошла до Виноградова. В одиночку прорывается Иван Петраков. Но вот здесь передача вдоль синей линии не получилась у Ушнева. И в итоге придется покинуть зону нападения всем, кто туда приехал. Из игроков «Динамо». Очередной заход. Ничем не заканчивается. Ротенберг ошибается в передаче. А вот здесь, наверное, удаление мы увидим. Да, не хотел, естественно, Никита Пухов правила нарушать, но так уж получилось. В формате 6 на 5 у нас игра продолжится, как только Виноградов доедет до своей скамейки. Но вот пока он доехал, тут же и коснулись динамовцы шайбы. И первое большинство для воронежцев в этом матче. Никита Пухов уезжает на скамеечку запасных. Ну, Буран два раза в этом сезоне из 25 попыток всего лишь реализовал большинство. 25-е место в лиге. А то, что касается меньшинства «Динамо», то трижды они пропустили в 19 попытках. 84,2% нейтрализации большинства соперника. Это 10-й показатель в высшей хоккейной лиге. 2 минуты 11 секунд остается до конца периода. И 2 минуты будет у воронежцев на реализацию лишнего. Демидов, Капустин, Антон Вилков, Данил Макаров и единственный защитник Эдуард Насыбулин сейчас на площадке. Спецбригада реализации лишнего у воронежцев. Насыбулин атакует от синей линии, но шайба пролетает в аккурат ловушку Никиты Богданова. И вбрасывание нужно будет повторить. На точке у динамовцев сейчас Александр Комаристый против капитана воронежцев, против Андрея Демидова. И снова воронежцы вбрасывание выигрывают. Снова бросает Насыбулин. Бросает свою команду Богданов. Завязалась борьба за воротами. Насыбулин снова шайбу доходит. Макаров, можно попробовать бросить. Бросает Макаров в дальний угол. И классный сейв от Никиты Богданова. Хороший бросок. Ой, зрячий. Вот Макарова. Но при этом видел момент этого броска Богданов. Ну и на плюс-минус удобной высоте шайба летела. Немного вытянувшись, продемонстрировав и реакцию, и растяжку, Богданов эту угрозу отвел. Минута 38. Еще есть на реализацию большинства у воронежцев. Выиграли они вбрасывание. Насыбулин, на Макарова. Поменялись они с Демидовым флангами. Не совсем удобная передача получилась на Макарова. И в итоге борьба. И в итоге все-таки выбрасывают шайбу динамовцы из собственной зоны. И есть возможность у них смениться. Собственно, сменились все, кроме Ивана Васина. Еще одно удаление будет у динамовцев сейчас. Снова отправляется на скамейку Виноградов. Снова до нее не доезжает. И в формате 5 на 3 нас ждет игра. Иван Петраков нарушает правила в чужой зоне, находясь при этом в меньшинстве. И
Минута и 3 секунды будет у воронежцев в формате 5-3. Конечно, прекрасная возможность для того, чтобы открыть счет в этом матче, выйти вперед. В предыдущем матче против Рязани также у воронежцев была игра в формате 5-3. Вот именно 5-3 они реализовать не сумели. Там уже появился на льду четвертый игрок у Рязани. Но тут же буквально воронежцы все-таки забросили шайбу. Посмотрим, что получится сейчас. Включаются трибуны Ледового дворца спорта «Юбилейный». Шайбу. Это именно то, что хотят увидеть сейчас болельщики в исполнении своей команды. Очень важное вбрасывание сейчас. Демидов против Александра Комаристова. Выигрывают вбрасывание воронежцы. Казалось бы, нет, все-таки завладели шайбой. Макаров на Демидова. Расставились воронежцы. Насыпулин не стал бросать. Демидов. Макарова. Вот здесь на Насыпулина бросок. Заблокирован он. Насыпулин. Меняются снова там флангами воронежские игроки. Нужно уже потихонечку ускоряться. 30 секунд в формате 5-3 у них остается. Макаров. Оставляет шайбу на Насыпулина. Тут на Демидова. Демидов поехал за ворота. Вилков, Демидов. Хорошее движение шайбы. Быстрое. Бросок в ближний угол. Добивание. Гол! Андрей Демидов, капитан воронежцев, реализует это большинство. Ну, здорово здесь все воронежцы сделали. И за 13 секунд до появления Никиты Пухова забрасывают они шайбу, открывая счет в этом матче. 1-0. Буран впереди. И будет у них еще минута 10 также на реализацию лишнего. Правда, 24 секунды остается уже у нас до окончания второго периода. Давайте смотреть еще раз на повторе. Насыпулин бросает. Добивание Демидова. Ну и здесь уже никаких шансов у Никиты Богданова не было. Демидов забрасывает, если я ничего не путаю, то третью свою шайбу в этом регулярном чемпионате. Да, так оно и есть. И четвертое набранное очко для Андрея Демидова. Становится он единоличным лидером в списке бомбардиров своей команды. Ну а что здесь у нас? Здесь у нас судьи что-то обсуждают с Сергеем Пушковым. Что, какой-то пересмотр, что ли, будет? Теперь уже судьи друг с другом что-то обсудили. Нет, никакого пересмотра здесь не будет. Видимо, какой-то, может быть, организационный вопрос на будущее. Я уж не знаю, там решали судьи. Ну, а мы констатируем тот факт, то, что Демидов эту шайбу забросил. Насыпулин будет записан ему в ассистенты. Посмотрим, будет ли еще один ассистент. А здесь воронежцы снова шайбы в чужой зоне. Еще одна атака, опасная, бросок, но нет, не получается здесь шайбу забросить. И 5 секунд до окончания периода под номером 2. Ну и все, броском из средней зоны этот период заканчивается. Будет еще 45 секунд у воронежцев в большинстве в начале третьего периода. Но для этого нужно еще отдохнуть нам немного, а именно 17 минут, перерыв.
Впереди единственную шайбу в конце второго периода в большинстве Андрей Демидов забросил. Ну и сейчас воронежцы в большинстве. Еще 30 секунд у них есть на реализацию лишнего. Два удаления подряд схватили в концовке второго периода динамовцы. И ситуацию 5 на 3 воронежцы реализовали. Сейчас вот ситуация 5 на 4. Второе большинство. Вбрасывают они шайбу в зону. Получится ли там закрепиться, посмотрим. Да, вроде бы получается. И будет еще время на одну атаку у воронежцев. Хороший перевод. Но до броска дело здесь не доходит. Ну и вот здесь ошибка. Ошибка в исполнении Руслана Абросимова. Неточная передача. И в полном составе уже динамовцы. Второе подряд большинство воронежцам реализовать не удалось. Статистика второго периода. 22-14 по броскам в пользу Динамо. По броскам в створ также они впереди. 16-7. На точке вбрасывания 11-10 тоже впереди динамовцы. И 4 минуты штрафа у них, и 2 минуты было во втором периоде у воронежцев. Сейчас Никита Богданов накрывает шайбу на своем пятаке, и вбрасывание будет в его зоне. Обещал я вам информировать о ходе параллельно идущего матча между Тамбовым и Химиком. Там Химик впереди со счетом 2-0 после периодов. Пока что у хозяев из Тамбова не получается сравнять счет. Более того, за второй период еще одну шайбу они пропустили. Воронежцам также играть против Химика в этой домашней серии, но это случится через один матч. Следующий матч воронежцы проведут против другой питерской команды, против СКА Невы. Сейчас какая-то проблема у нас там возникла. Ждали смену пятого игрока в составе Динамо. Ну, вроде бы сейчас все в порядке и все готово к продолжению матча. Но вбрасывание. Выиграли вбрасывание динамовцы. Бросили шайбу в зону. Естественно, сейчас большими силами пойдут они вперед. Может быть, не со старта периода, но точно ближе к его середине, если к этому времени не получится изменить счет у динамовцев. Пока что назревает у нас, ну не то чтобы сенсация, но довольно неожиданно. Результат. Напомню, что в прошлом году воронежцы также на своем домашнем льду, вот точно с таким же счетом, который есть у нас сейчас, динамовцев обыграли. Это было 6 ноября. Сейчас намного раньше эти команды встречаются, еще в сентябре, на самом старте чемпионата. Но расклады сил, расклады событий даже, скорее, это не слишком меняет. Не стал останавливать игру Никита Богданов. Нашел возможность ушную передачу отдать. А вот у того передача, в свою очередь, не слишком получается. Воронежцам, конечно, очень важно сейчас грамотно действовать в обороне. И, возможно, пользоваться возможностями на контратак. Или вот на ошибках, которые также могут возникать. Мельников шайбу бросил в чужую зону, но там смена
частичная у воронежцев. Но при этом еще и ошибка в передаче у динамовцев. В итоге проброс очередной зафиксирован. Практически 3 минуты команды сыграли в третьем периоде. Пока что без особых событий все проходит. Ну, наверное, такая игра на руку, конечно, команде, которая ведет в счете. Так много опасных моментов, много борьбы, много игры в средней зоне. Входит в зону сейчас динамовцы. Передача остроумная от Мачулина в направлении Седлерова, но не проходит она. Тем не менее, вроде бы завладели шайбой в чужой зоне динамовцы. И сейчас Мачулин оставляет шайбу в зоне. Входит на угол площадки. Борьба за воротами. Баланов, Седлеров. Шайбу выцарапал, но лучше потерял. И выбросили ее из зоны воронежцы. Есть возможность смениться у пятерки, которая довольно долго провела времени в своей зоне. Много времени в своей зоне провела. И сменились также и какие-то динамы. Очередной заход в чужую зону от динамовцев. Поактивнее они на старте третьего периода, но это, наверное, вполне ожидаемо в счете того, что уступают они в счете. Разгоняет атаку казаков. Хорошая передача, но там положение вне игры было зафиксировано. Не согласны с этим воронежцы. Там и Абросимов, и Подшиндялов так высказали все, что думают по поводу этого решения одному из ландсманов. Атака действительно была перспективной. Там 3-2 воронежцы выкатывались, но здесь Кислицкий эту атаку остановил. Идет на сбрасывание в средней зоне. Вроде бы динамовцы его выиграли, но Макаров неплохо поборолся. И все это приводит к тому, что вот так сходу свою атаку у Динамо начать не получается. Но берет игру на себя Никита Ушнев. Приводит шайбу в зону чужую. Оставляет ее у себя. Переводит теперь на противоположный фланг. Там воронежцы здорово поработали. Снова Макаров. На Демидова пытался шайбу прокинуть. Закрывает зону Баланов. За ворота. Ну, здесь зону закрыть уже не получится. Капустина. Неплохой перевод на Баланова придумывал, но не смог шайбу обработать молодой воронежский защитник. Шипилов на скорости. Шайбу пробросил. Надежда своего партнера поборется. Партнеры, собственно, и поборолись. Перерушам Шипилов приехал на другой фланг. Набрасывал за ворота. Другой вопрос, что никого из партнеров там не оказалось. Ответ. Динамовцев, Гимбатов и положение вне игры. Сейчас чуть поспешил в чужую зону Дмитрий Злодеев. И ждет нас теперь коммерческая пауза.
Возобновляется игра. Очередная борьба в средней зоне. Очередная серия взаимных ошибок. И шайба приходит в зону Динамо. Смывает над площадкой, подхватывает ее от Павликов. И снова выбрасывает в зону чужую. Вот я думаю, такое развитие событий, такой хоккей в целом воронежскую команду устраивает сейчас. Потому что фактически игра идет без ворот. Положение вне игры отложенное. Нельзя было воронежцам шайбу трогать. И ответ динамовцев здесь встречают жестко довольно Максима Джиашвили. Продолжает он продираться по борту. Еще бросок. Добивание. Виноградов спасает свою команду. В добивании там очень расторопно Александр Комаристый действовал, но перекрыл весь низ воронежский голкипер. Не позволил сравнять счет сопернику. И проброс сейчас в исполнении «Динамо» за 13 минут и 6 секунд до окончания третьего периода этого матча. Практически 7 минут команды сыграли. Ну и не сказать, чтобы большое количество опасных моментов мы с вами наблюдали у одних у других ворот. Вот, пожалуй, только в последней атаке по-настоящему что-то опасное «Динамовцам» удалось создать. До этого матча и одна, и другая команда забивала хотя бы одну шайбу в каждой игре. Динамовцы вообще меньше двух шайб не забивали. Вот, собственно, в последнем до этого матча с Ладой 2-1 они выиграли. Но вот сегодня пока что только Буран отличился. Но динамовцы жаждут, конечно, исправить эту ситуацию. Сейчас в чужой зоне находится. Но, правда, довольно быстро остались без шайбы они. Снова борьба в средней зоне. Не очень событийный хоккей пока что в третьем периоде. Может быть, сейчас что-то получится у гостей. Вот в зону бросок, подставлена клюшка, и шайба покидает пределы площадки. Еще одно вбрасывание мы с вами увидим в зоне Захара Виноградова. Вообще хоккейный клуб «Динамо» основан был в далеком еще 1946 году, после Отечественной войны. Но после сезона 1953-54 года был расформирован, восстановлен вновь в 1965 году. Ну а вот новый этап развития начался в 2013, когда на базе школы-интерната и «Дюшор Динамо» были созданы команды молодежной хоккейной лиги и женской хоккейной лиги. Ну а сезон 2016 года вот, собственно, создан уже тот коллектив, который мы с вами наблюдаем. Команда высшей хоккейной лиги. Ну и уже в сезоне 17-18 годов, то есть буквально через год после прихода в высшую хоккейную лигу, динамовцы выиграли Кубок Петрова. Тогда в финале обыграли они СКА Неву со счетом 4-2 в серии. Ну и в сезоне 2020 года стали серебряными призерами. В прошлом году, как я уже говорил, в полуфинале закончили свой поход, проиграв в Югре. Ну а в регулярном чемпионате в прошлом сезоне динамовцы заняли 7-е место. Тогда 66 очков им удалось набрать. Ну и, конечно же, каждый сезон Динамо — команда с хорошим финансированием, хорошей фан-базой, клуб, который регулярно входит в топ-100 самых посещаемых клубов Европы. Естественно, каждый сезон они являются одними из фаворитов и регулярного чемпионата, и плей-офф. Сейчас очередное вбрасывание мы с вами увидим. Выиграли его динамовцы. Бросок в ближний угол в исполнении Ильи Назаревича, но не попадает он в створ. И воронежцы контратаку здесь пытаются организовать.
поехал в чужую зону попрессинговать Артем Марков. Но довольно уверенно динамовцы вышли из собственной зоны. Наброс на ворота. Александр Кучерявенко здесь подключал партнера, но не слишком точной получилась эта передача. Атака продолжается у Динамо. Кучерявенко еще один бросок. Попадает в своего же, по-моему, партнера там. 15-й номер динамовцев. Шайба продолжает оставаться в зоне Бурана. Но вот сейчас все-таки покидает пределы синей линии. И снова из собственной зоны динамовцам нужно будет начинать. Проброса здесь не будет. Павликов на шайбе первый. А вот здесь уже как раз-таки проброс состоится. Ну, еще минуту 11 минут и 10 секунд, конечно же, еще играть в третьем периоде этого матча. Как я уже говорил, в прошлом сезоне первый раз вообще в истории противостояния этих команд в рамках высшей хоккейной лиги воронежцы обыграли санкт-петербургский коллектив. А до этого, до той победы, 9 матчей остались за «Динамо». Ну и таким образом вот 11 встреч команды между собой провели. И 10-1 по победам пока что в пользу «Динамо». Еще одно вбрасывание. После того, как шайба покинула пределы площадки, нужно будет совершить. Но теперь уже у воронежцев есть возможность смениться, что важно. Так как после проброса та пятерка не могла поменяться. А вот сейчас, после того, как шайба покинула пределы площадки, уже это можно было сделать. Что воронежцы и сделали, чем они, собственно, и воспользовались. Бросок от синей линии. Застревает шайба среди своих и чужих, но не покидает до определенного момента зону воронежцев. Быстренько ее туда хоккеисты «Динамо» возвращают. Ну и вот рисунок игры похоже на вторую часть третьего периода у нас наметился. Да, очень много времени динамовцы проводят в чужой зоне, но воронежцы будут уповать на контратаки. Похоже, только так здесь все будет развиваться. Петраков включает партнера. Это капитан команды Кирилл Кремзер. Смена по ходу у тех и у других, поэтому немножко не спеша тут начинают свою атаку динамовцы. Перевод под чужую синюю, неточный и проброс. Ошибается сейчас Иван Васин. Извиняется перед партнерами, понимая, что ошибся. Но, тем не менее, вбрасывание сейчас переезжает в зону «Динамо» за 13 секунд до экватора третьего периода. Удалось динамовцам вбрасывание выиграть. Поэтому, в принципе, ничем серьезным эта ошибка Васина не обернулась. Борьба на синей линии Бурана здесь организовалась у ближнего к нам борта. Перевод на фланг. И первым воронежский хоккеист на шайбе оказался. Естественно, сейчас очень высоко играют хоккеисты «Динамо», не давая возможности спокойно начинать атаки воронежцам ни в коем случае. Потому что воронежцы как раз, понятно, что никуда спешить не будут сейчас в этой ситуации. И тут динамовцам нужно играть первым номером. Нужно заставлять хоккеистов «Бурана» довольно быстро избавляться от шайбы. Мельников. Бросок, подставление Назаревича, и шайба покидает пределы площадки. Разбивается игра у нас на такие короткие отрезки. Там за одну чистую минуту игрового времени пару раз сбрасывание мы с вами видим. И сейчас 9 минут и 8 секунд остается до окончания третьего периода. 1-0 по-прежнему воронежцы впереди. Напомню, единственную шайбу Андрей Демидов забросил в концовке второго периода, когда воронежцы имели на двух игроков больше на площадке.
Ушнев за собственными воротами. Обыгрался с партнером. Дальше передача под чужую синюю. Здесь не будет проброса, потому что пришлось Виноградову вступить в игру. Но воронежцы вывели шайбу из собственной зоны. И теперь снова Ушнев. Снова из-за ворот, но не спешит он начинать атаку, так как смена пошла там у динамовцев. Черявенко на Гимбатова. Гимбатов на коротке хотел сыграть. Не получилось. Прочитали это воронежцы. И теперь борьба в углу площадки. Перевод на синюю. Баранов. Наброс. Добивание. Опасно. И встает на пути шайбы Захаров. Еще один бросок. Снова Захаров выручает свою команду, но это вот уже было по-настоящему опасно. Ну и снова Кисть Бурана просто выбрасывают шайбу из собственной зоны для того, чтобы иметь возможность поменяться. Но время идет, 7:40. Остается играть в третьем периоде. Снова привезли шайбу в чужую зону динамовцы. Оставили ее. И еще один наброс. Рикошет. Уходит шайба за ворота. Взмывает над льдом. И здесь ошибка в передаче и соревнование в скорости. Дальше Васина и Руслана Абросимова. Но защитник здесь имел сразу определенное преимущество. И его не упустил. Снова динамовцы быстро шайбу доставили обратно в чужую зону. Бросок следует. Заблокирован он. И снова шайба здесь взмывает над площадкой. Но остается в поле. Едва не подловили на смене воронежцев динамовцы. Ушнев поехал сам. Шайбу привез в зону, но смахнули у него ее с крюка. Ну а здесь покидает все-таки шайба пределы площадки. Довольно длинный у нас отрезок получился без остановок. И вот уже 6:32 остается играть до конца третьего. И вот уже последняя в этом матче коммерческая пауза. Естественно, страсти начинают накаляться. Динамовцы очень жаждут сравнять счет. Но пока что сделать этого не получается. Немножко начинают злиться. И на себя, и на соперника. Бросок. Рикошет. Уходит шайба выше ворот. Интересная камера у нас с вами здесь. Бросок еще. Василий Мачулин атаковал. Но попал соперника, и шайба в итоге покинула пределы зоны атаки. Столкновение Ротенберга и Лобанова. Ну, такой, знаете, игровой эпизод, который ни в коем случае не тянул там на удаление. Воронежцы в атаке. Ну, до броска дело не дошло. Вообще, броски у воронежцев закончились давным-давно, да? Еще во втором периоде. Я уж не вспомню, но вообще был ли бросок. Ну да, наверное, все-таки был, да, один или два, может быть, в третьем периоде, но не более того.
держит оборону здесь воронежцы всеми силами. Виноградов выкатывается из ворот, играет клюшкой. Атака динамовцев продолжается. Бросок ложится под него Данил Лобанов. Получает свою порцию аплодисментов от трибун. Да, очень самоотверженно сейчас играют воронежцы. Полностью закрылись, так скажем, в своей зоне. 4:54 еще играть. У нас есть небольшая проблемка с секундомером, но вот буду вас информировать по времени, потому что оно сейчас очень важно. Да и со счетом тут тоже есть у нас определенные проблемы. Я думаю, сейчас все быстренько у нас наладится. А пока что воронежцы убегают в контратаку. Джиндиала в перевод опасный, но немножко не попадает здесь в клюшку Максиму Казакову. Действительно, контратака по-настоящему опасная. Может быть, и единственная пока что в этом третьем периоде. Вот здесь еще раз может что-то получиться. Бросок ближний. Нет, не получается Подшиндялова обыграть Никиту Богданова. Спасает свою команду голкипер Динамо. Вот на встречных курсах пошла игра. Не знаю уж, насколько это пойдет на пользу воронежцам. Пока что они так успокаивали, как могли, эту игру. Работой в собственной зоне. Сейчас две контратаки, и все вернулось на круги своя. Снова позиционная атака Динамо. Шайба покидает пределы зоны. 3:50 еще играть. Время еще есть. Время по хоккейным меркам еще огромное здесь есть у динамовцев. Но понятно, что чем дальше, тем больше, тем активнее они начинают работать в чужой зоне, тем больше зон открывают для контратак воронежцам. Бросок от синей. Выше ворот шайба просвистела. Подхватил ее Данил Мельников. Ну и сам пойдет. Более того, даже удалось ему отодвинуть от шайбы Вениамина Баранова. Но тому пришел на помощь партнер, естественно. Активно в чужой зоне сейчас решили поиграть хоккеисты «Бураны» и оказались к этому не готовы. Динамовцы, так они привыкли, что воронежцы практически сразу откатываются назад. А вот это звено решило поработать в чужой зоне. Может быть, такую установку от тренера получили. И Лисин сейчас продолжает шайбу у себя удерживать. Лобанов пришел ему на подмогу. Но сейчас главное успеть вернуться, так как разгоняет атаку Антон Назаревич. В зону вошел, бросил, и Виноградов здесь... Хоть и из-под защитника пошла эта шайба, пошел этот выстрел, но все-таки сумел ее разглядеть и забрал в ловушку. 2 минуты 35 секунд есть у динамовцев на то, чтобы спасти эту встречу. Ну и сейчас сбрасывание будет в зоне воронежского «Бурана». Воронежские болельщики здесь включаются, понимают, что очень важна сейчас в команде их поддержка. Я уверен, что уже подустали хоккеисты, так как очень много времени в третьем периоде проводят в собственной зоне. Рикошеты здесь, серия рикошетов против, после броска Ивана Васина. Ходит шайба в угол площадки, теперь за ворота. Там за нее цеплялись хоккеисты «Динамо» и продолжают это делать. Здесь хорошая передача, бросок, гол, все-таки заходит шайба. Прокинул шайбу туда на пятак Ахмед Гинбатов. И, по-моему, Александр Кучерявенко смог ее протолкнуть дальше. Посмотрим, как там это получилось на повторе. И за 2 минуты и 17 секунд до окончания третьего периода все-таки сравнивают счет. Динамовцы немножко не дотерпели воронежцы в этой ситуации. Давайте еще раз посмотрим. Я уж не знаю, там Кучерявенко коснулся шайбы или нет. Но в любом случае оказалась она в воротах. Вот с этого повтора кажется, что никто ее и не коснулся. И насчет Гимбатова, может быть, тогда эта шайба будет записана. Посмотрим, что официальный протокол нам по этому поводу скажет. Один-один. За 2:17 до окончания третьего периода. И ну
и да, подтверждается то, что Ахмед Гимбатов автор этой заброшенной шайбы. Никита Пухов у него в ассистентах. Для Ахмеда Гимбатова это третья заброшенная шайба и седьмое набранное очко уже в пятом матче за питерское «Динамо» в этом сезоне. Ну и на фоне заброшенной шайбы продолжают атаковать сейчас «Динамовцы». Есть у них еще полторы минуты на то, чтобы постараться тут прям очень классный камбэк совершить. Точнее, камбэк-то они уже совершили, но здесь еще и постараться в основное время забрать эту встречу. Понятное дело, что воронежцы немножко раздосадованы. Сейчас практически получилось у них дотянуть с нулем в графе пропущенной шайбы против очень серьезного соперника, который сейчас снова заезжает в зону атаки. Но здесь неточная передача. Олег Мисюль будет на шайбе первым. Но выбросить шайбу из собственной зоны не получилось. И повторная попытка также оборачивается неудачей. Борьба у борта. Шайба прижата там намертво, похоже. Но судьи не останавливают игру. Так можно и до конца третьего периода достоять. Но все-таки выходит шайба из этой свалки игроков. И остается в зоне воронежского коллектива. Мисюль туда продолжает по ближнему к нам борту. Ну и воронежцы все-таки смогли шайбой завладеть. Выбросили ее из собственной зоны и... Пошли у нас последние 10 секунд третьего периода этого матча. Похоже, что ждет нас с вами овертайм. Уже второй матч подряд в Ледовом дворце спорта «Юбилейный». Увидим мы овертайм. За секунду до окончания третьего периода звучит свисток судьи. И еще одно вбрасывание все-таки в третьем периоде мы увидим. Так, смотрел в сторону скамейки Никита Богданов. Ждал, может быть, позовут его на скамейку для того, чтобы заменить на шестого полевого игрока, но нет. Решил, что Сергей Пушков что-то от добра добра не ищет здесь. И не стоит лишних телодвижений совершать. Более, что осталась всего лишь одна секунда. И она прошла. Бросок заблокирован. И по одному очку команды набирают в этом матче. И дальше ждет нас овертайм в формате матча до дополнительного времени или до буллитов. Поэтому... Начнут свой овертайм в формате 3 на 3. Я уже говорил, что воронежцы пока что ни разу еще не победили в этом сезоне в основное время. Были близки сегодня, но не получилось. В любом случае, я думаю, что эту игру могут себе воронежцы записать в актив. Играли действительно против очень сильного соперника. И чуть больше двух минут им не хватило для того, чтобы победить. Но победить еще есть возможность. Опять же, овертайм — дело такое. Тем более овертайм в формате 3 на 3. Ну а вообще для воронежцев это будет уже четвертый овертайм в этом сезоне. Шестая игра и четвертый овертайм. Вот такая вот неуступчивая, несговорчивая команда воронежский «Буран» в этом сезоне. Больше 50% матчей не заканчиваются для воронежцев в основное время. Ну и все готово. Все готово у нас к овертайму. Комаристый, Кремзер и Джашвили на площадке у динамовцев начнут этот овертайм.
у воронежцев Демидов, Макаров и Марк Павликов. Выигрывают вбрасывание воронежцы. Павликов первым на шайбе оказывается, но там очень активно его прессингует Александр Комаристый. И забирают шайбу под свой контроль динамовцы. Кремзер пытался набросить на ворота. Не получилось. Ну и теперь уже воронежская тройка забирает шайбу под свой контроль. Другой вопрос, что надо еще постараться. Вошел в зону. Но там против него сразу два хоккеиста Динамо. И здесь было сложно придумать. Седлеров. И вместе с Назаревичем они убегают. Но Назаревич, похоже, поспешил. А, нет, нет, не было положения вне игры. Какой-то фантомный свисток здесь мне послышался. Назаревич. Пока что не видит возможности для продолжения. Ну и Седлеров поехал меняться. Прям по ходу овертайма Иван Петраков появляется. Седлеров. Передача Наушнева. Снова Седлеров. Нужно что-то придумывать. Так можно и закончить в этой атаке этот овертайм. Ушнев. И поехал за синюю линию. А вот здесь обманул немножко так. Вроде поехавшего меняться под Шиндялова, но при этом и сам поехал меняться. Ушнев. 30 секунд остается у нас до окончания этого овертайма. Комаристый на скорости передачу отдал. И положение вне игры арбитр зафиксировал, посчитал он, что не владел шайбой в должной мере Максим Джиашвили, когда въезжал в зону и в итоге дал свисток. Лайнсман за 21 секунду до окончания овертайма будет у нас вбрасывание в средней зоне. Джиашвили против Демидова на точке. Выиграл вбрасывание воронежский капитан Павликов. Что, сам пойдет? Нет, не дали ему этого сделать. А здесь Джиашвили. И оставляет шайбу. Бросок. У-ху-ху. Захаров спасает свою команду. Это Александр Комаристый. Мог сейчас все здесь заканчивать. Макаров в зону входит. Нужно уже бросать. Макарову и бросает он. Ну и Богданов спасает свою команду. И всему этому действию аккомпанементом сирена, возвещающая о том, что этот овертайм закончен. И увидим мы с вами послематчевые штрафные броски. Отличный матч мы с вами посмотрели по накалу борьбы. Может быть, не так много там событий, естественно, не так много заброшенных шайб, но накал борьбы был действительно очень себе даже хороший. Ну и теперь после заливки льда увидим мы послематчевые штрафные броски. В этом действии понятно, что «Динамо» не участвовал в этом сезоне, так как и овертаймов у них не было. А вот воронежцы уже в серии буллитов участвовали дважды. Сначала против «Ишстали». Уступили в серии буллитов воронежцы. А затем у «Тароса» позапрошлом матче выиграли также в серии буллитов. Посмотрим, что получится у команд сейчас. Сейчас тренеры, конечно же, составят списки тех, кто будет бросать. И увидим мы впервые в этом сезоне в Воронеже это послематчевое зрелище. Ждем заливки льда и ждем, когда ворота у нас водрузят на место. И будем мы с вами смотреть за серией послематчевых штрафных бросков.
Закончилась у нас зачистка льда. Заливкой это, конечно, громко я это все назвал. Почистили лед для того, чтобы не возникло у пробивающих булиты хоккеистов здесь никаких проблем. Ну и все готово к тому, чтобы определить все-таки победителя этого матча. Я так понимаю, первым булит у динамовцев будет пробивать Павел Ротенберг. Начинает выполнять броски команда «Динамо». Ну и динамовцы будут первыми бросать в этой серии. Виноградов в воротах остается. Также остается в воротах и Никита Богданов. Здесь тренеры не стали ничего придумывать. На булит выпускать второго голкипера. Ну, в хоккее такое не часто практикуется. Ротенберг разгоняется, подбирает шайбу в центре льда. И нет, не смог обыграть Виноградова. Слишком много обманных движений. По-моему, сам в итоге не понял, когда же нужно бросать. Павел Ротенберг. Как таковой бросок там и не состоялся. У воронежцев начинать серию будет Эдуард Насыбуллин, автор результативной передачи в этом матче. На скорости Насыбуллин. Щелчок. Ух, какой могучий выстрел. И у Никиты Богданова никаких шансов не остается для того, чтобы в этой ситуации спасти свою команду. Андрей Рычагов у «Динамо» продолжает серию. И нет, не попадает с неудобной руки в створ. Виноградов оставляет свои ворота пока что в этой серии в неприкосновенности. И у воронежцев Данил Макаров идет исполнять послематчевый штрафной бросок. Не спеша начинает, уезжает в левую часть площадки, бросает и спасает свою команду Никита Богданов. Здорово выкинув буквально-таки левый щиток и ловушку. Александр Кучерявенко. Пробивает следующий булит. Кучерявенко, ну как слишком просто. Виноградов снова спасает воронежский коллектив. Последний момент с кистей, наверное, над щитком хотел шайбу пробросить Кучерявенко, но шайбу поднять не получилось. Далее Максим Казаков. Оп, воронежцев. Между щитков хотел шайбу отправить Никите Богданову. Тоже довольно простой булит в исполнении Казакова. И Богданов здесь спокойно угрозу отвел. Максим Джиашвили четвертым у «Динамо». Джиашвили бросает и попадает в перекладину. Похоже, ну, в крестовину, как мне даже показалось. И каркас ворот сегодня за Захара Виноградова. Ну и если сейчас Артем Подшиндялов забивает этот булит, то, собственно, как я понимаю, все. Воронежцы побеждают. Подшиндялов не спеша подъезжает к воротам, бросает, но нет, попадает в ловушку Никите Богданову. Ну и все сейчас в щитках, блине, ловушке и всем Захаре Виноградеве. Дмитрий Седляров против него. Смотрим. Штанга! И все! Воронежцы побеждают в этом матче. Седляров не смог переиграть Виноградова, не смог переиграть каркас воронежских ворот. И со счетом 2-1 в послематчевой серии булитов воронежцы берут верх над «Динамо» из Санкт-Петербурга. Набирают 7 очков в 6 матчах и продолжают эту серию второй победой. Ну и буквально послезавтра воронежцев ждет еще одна игра против питерского коллектива, но уже другого. Гости к «Урану» приедет «СКА». Нева. Приглашаю всех на трибуны Ледового дворца спорта «Юбилейный». Ну а кто не сможет попасть туда, конечно же, к вашим экранам и мониторам. Ну а этот матч закончен. Для вас его работали режиссер трансляции Эдуард Шаповалов, ваш комментатор Станислав Морозов. Помните, что хоккей делает всех нас лучше. Всего доброго, услышимся. Пока!